Всем привет, меня зовут Линна, и это Star Wars, Старая Республика, Орды Ситхов. У нас тут Дарт Трея объявилась, и я так понимаю, сейчас идет у нас проверка нашей... Что это было? Сейчас только что... Да, спасибо. У нас сейчас идет проверка, видимо... нашей прокачки, потому что у нас посадился куда-то черный ястреб. Мы летели в гости к Трее. Трее. Вот любят они вообще, да? Дань Фэн себе заменил одну букву и типа новый я. Трея заменила на Крею и тоже типа новая я. Спасибо. Это, оказывается, ядовитые штуки, да? А чё там... Кто-то бегает. А чё так страшно? А, меня всё-таки Poison поизанул, да? А у меня же есть Poison, который не поизует. Что тут? Зверь бури. Сейчас, мне сказали, что мне там озарение силы, да? Пойдем сражаться. Интересно. Ладно, пойдем всех вырезать. Ладно, чё там? Поехали. Это мне, походу, кто-то из джедаев дал, да? Мастерское озарение сил. Я теперь крута, быстра, ловка, великолепна. Слиток руды. Зачем мне слиток руды? Так. Это всё, конечно, хорошо. Но налево надо сходить. Надо сходить налево. А что в этом левом нас ждет? Я на всякий случай озарение бафну. Вдруг там выскочит кто-нибудь. Как выскочит, как выпрыгнет. Это, походу, их какое-то логово. А с Дарт Реей я тоже одна буду драться, да? Такое ощущение. Это, походу, закуточек. Да. Серьезно? То есть вы чисто меня привели в этот закуточек. В котором... А, это не закуточек. Это проход. Боя с кого? Бдительность, использование компьютера, взрывчатка, ремонт, взлом, обработка раны, ловкость, физическая сила. Но... Блин, ну полезно. Полезно, по идее. Потому что ловкость, типа, прибавляется. По мне будут меньше бить. И вот это вот все. Тут мудрость плюс один на отторжение силы. Типа, выбирать между большим количеством бафов, которые... О, этих. Штук, которые я не всегда использую. Либо взять то, что я точно использую, но мало. Короче, звери, бури, что-то это... Не особо дружелюбные. Ну, их можно понять. Я пришла с пинка к ним домой. У них тут яйца высиживают они. У них тут своя экосистема. И тут сажается черный ястреб, и они такие: «Привет».
А не могли бы вы уйти отсюда, пожалуйста? Вы нам мешаете. И сзади еще какой-то. Иди давай бей его, пока не закончился баф. Офигеть. Ты под софитами стоял, да? Ой, он еще кричит что-то на меня. Мне кажется, он ругается очень сильно. Так, F4. Я же, знаешь, не нажму F5 и все, снова начну заново. Фиолетовый кристалл. А вот и черный ястреб. Фига себе, Атоша его, конечно, посадил. Ну, виртуозно. Ну, ничего не скажешь. Если изгнанница пришла сюда, то пришла она сюда не одна. Конечно, ученик, с изгнанницей охотница. У нее есть особый талант — находить то, чему стоит оставаться потерянным. И из-за этого ее сложно почувствовать мне, но не существу, выведенному для таких целей. Мне послать за ней убийц? Нет. Я привела на молокор зверя, чтобы разобрался с ней. Увидим, сможет ли добыча стать хищником. Она будет сломлена плотью и костями. Если она выживет, это сделает ее сильнее. Ну, в такой красной одежде, мне кажется, в Вуке сразу же найдет миру. Что ж, вот вам сюрприз, еще один кусочек галактического рая. Почему нам нельзя отправиться на Алдоран или Итер, или куда-нибудь, где нет железа, битых скал, или стай кровожадного зверья? А мы за нее будем играть? Потому что вон там волосатый уже идет за ней. Тебе бы побриться, если ты хочешь к ней подкатить, чувак. Это мостик. Я прошла по мостику, да? А, ой, я вот тут что-то, короче, походу не залутала, ну и фиг с ним. Я там не видела ничего, значит, там ничего нету. Тут, блин, трупов столько. Винтовка. Зачем мне винтовка? Подожди. Ну ты, Нина, ну я же... Лина такая, надо нажимать обязательно F4, а не F5. Потому что F5 это загрузка в этой игре. И также Лина нажимает F5. Так, еще какой-то зверь бури, поехали. Поехали вырезать местную экосистему. Вот там проход куда-то. Так, ну я, конечно, по кругу пройду. О-о-о, фига себе. Мне просто нужны экспоинты очень активно. Не кричи на меня. Я тебе говорю, не кричи на меня. А что это? Пучины молокора? То есть мне все-таки сюда? Ну, вообще-то, ребят, я вам скажу, что немаленечко страшно. Потому что тут куча зверей, безжизненные какие-то скалы. И ты не знаешь, чё куда делать-то. Смеешься надо мной? Я смотрю в стену, думаю, что игра смеется надо мной, показывает мне проход там, где его нету.
А, это не игра смеется надо мной, это я не вижу ничего. И зачем вы меня сюда привели? Ради трупика? Ради двух трупиков? Ну, отлично, хорошо. Да... Ну ты постой, да, подольше, чтоб тебя наверняка отравило. Митра. Еще проход. Как их много здесь вообще. И везде трупы. Мне кажется, я обкрадываю чьи-то запасы на Новый год. Вообще, да, ощутите. Тревожная музыка такая классическая играет. Скрипочки там что-то пиликают. Мы бегаем по безжизненной планете. Трей опять там какую-то херню утворит. Впрочем, ничего нового. Рея в целом везде фигню творит, мне кажется. Ну, в пучину молокора мне пока еще рано. Мне надо завернуть туда. Там я видела проход. Надеюсь, что не задний. Да, вот здесь вот я была, по-моему, да? Что это? Поврежденная панель. Выход из системы. Ядро двигателя повреждено, энергия на минимуме. И все. Понятно, значит, нам вглубь молокором. Но в целом, вглубь молокора мы двигаемся вполне себе успешно. Пучины молокора. Анхар, о, да ты издеваешься. Седогривая женщина привела меня сюда охотиться. Охотиться на тебя. Ты всегда была добычей мира, слабой, напуганной, вечно убегающей, стесняющейся убить. Хан! Здесь, на этой погустной планете, тебе уже некуда бежать. Глаза Наршада сюда не смотрят. Беги, добыча, или сразись со мной здесь. Я чувствую, как из меня сочится ярость этой планеты. Но все же она ничто по сравнению с ненавистью к тебе. Вау! Отстань! Ух-ух-ух-ух! Я могу вообще что-нибудь ей вкачать полезное? А это, он будет вообще на мину попадаться сегодня или нет? Так, понятно. А у меня килка есть. А ну сейчас погоди. А, погоди, погоди. А, он отагрился, серьезно? Отстань.
Встань. А ты повернешься к нему вообще? Спасибо. Ай. Ой, медиа зажал маленечко. Ау. Пим-пим-пим-пим и бежим. Давай-давай, Мира, ты его почти добила. Молодец. Убей меня, и жизненный долг будет уплачен. Я не могу быть у тебя в долгу дважды. Для меня это будет лишь второй смертью. Пощадишь меня, пощадишь меня или убьешь — это смерть. У тебя вообще нет долга, иди отсюда. Словами не разбить оковы на моих запястьях. Словами не унять моей ненависти к тебе. Моей ненависти к тебе потонули бы бушующие на этой планете шторма. Она бывает жарче ненависти к сердцу седогривой женщины и сильнее ее чувств к изгнаннице. Да иди ты, это... Ты служишь Крее? Она заковала меня в цепи жизненного долга. Она оказывает мне честь, не проявляя жалости, только ненависть. Она понимает сердце воина и сердце... Раба? Я не раб, я Ханхар. Ханхар, которого забрали с Кашиика. Ханхар, заковавший в цепи тех, кто заковал его и кто торговался жизнями человеков, как и его сородичами. Отведи меня к Крее. Если она так могущественна, как ты заявляешь, она уничтожит меня, а ты будешь свободен. Твои слова пахнут правдой, а в глазах не вижу обмана. Я отведу тебя к Седой. Она прикончит тебя. А моего жизненного долга перед вами обеими больше не будет. Бедный пес. Раз как скажешь, иди впереди, как обычно. Короче, считай, как хочешь, ладно. Пойдем, Крей. F4, спасибо. О, что? Загон зверей бури? Это типа там Нира бегала, да? Привет, пацаны. Так, там направо что-то есть. Конечно, есть. Огребать сейчас буду. Очень такое ощущение, как будто здесь... А, поврежденная панель. Ядро двигателя повреждено. А зачем я вообще тогда сюда бегаю, если тут ничего нет? Ну, я утаю трупы, я получаю экспоинт. Экспоинт из поверженных врагов, в принципе. Это меня не может, конечно, не радовать. Но есть вопросики. Оу. Оу! Оу! Видите, ребят, вот здесь вот, походу, мне будет очень больно. Я прям вангую. Мне будет очень больно.
Кто там кричит? Да. Нет? Да. Вот здесь вот, короче, Мира бегала. И она сюда ушла. Ведомая Ханхаром. Это на Крее мне будет Мира помогать, да? Неплохо. Ладно. Уже что-то. Да-да-да-да-да. Вот она, получается, упала, пришла. Чего? Вот это он меня погладил по голове на полжизни. Вот это он меня погладил. У меня пол лица отвалилось, он меня погладил. А чё Мира с Ханхаром не встречали этого любителя погладить по голове? Он боится красного цвета, что ли, или что? Ну я вот здесь еще не была. Ну игра, ну я понимаю, что я тут должна была быть, да. Ну я вот, я реально, я еще не была. А вдруг там что-то есть, Джедай. Спасибо. А вдруг там что-то интересное есть? Я понимаю, что я, скорее всего, по сюжету действительно должна была сюда прийти, если тут какая-то большая байда. Едва ли создатели Обсидианы такие... Если игрок сюда зайдет, пусть он об этом пожалеет. Но в целом ему сюда не надо. Пара-пара-пам. О! Поехали бить, да, 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 давай. Хоп, 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 хоп. А друган, твоего другана бьют, алло. Ладно, сам виноват. Я чё, ходил, короче, на меня не обращал внимания, а тут дважды аж накричал. Хорошо, что их лутать не надо, потому что их тут так много, что если бы я еще и их лутала, это было бы, конечно, вообще... Финиш. Поврежденная панель. Это я типа ищу панель, которая будет не поврежденная, что ли? Это распавшийся на части ястреб? Так ястреб там вон на пиках точёных висит, его Атоша посадил. Перепутал, наверное, корабль из шубу. Простите. Да-да-да, повернись ко мне задом, я тебе запихаю туда мечи. Размахивает он своими лапами. Но я в целом, да, я вижу, что озарение силы... дает мне очень много. Это, короче, поврежденные корабли Республики. Они почему-то...
очень поврежденные, и тут куча трупешни. Ага, ну, господи, Лина. Ну. Я такая, ой, а чё ж тут трупов-то так много? Балакор 5, алло, битва, Митра Сурик, жахнула, будь здоров. Жахнула так, что решила отрубить себе связь силы, чтобы не сойти с ума. От эха множества сотен вещей, смертей. Пафосная все-таки на самом деле игра. Я бы не сказала, что это плохо. Что здоровый пафос это интересно. Но только здоровый в умеренном количестве и тогда, когда это уместно. Все-таки эпическая вселенная. Так, ну тут ситхи-убийцы что-то лежат. Судя по количеству и глубине бластерных ожогов, этих ситхов недавно застрелили из тяжелого самозарядного бластера. Это Митра, да? Ой, не Митра, Мира. Ми-ми, а дальше как язык ляжет. Чуть даже секретика не будет, вы чё? Там такой закуточек огромный, ну, оставили бы мне секретик. А где все остальные? Почему я только Миру-то вижу? Типа она среди приглашенных, что ли, гостей, а всех остальных не ждали? Молодцы ситхи, умеют, конечно, строить там, где не надо. Свинью встают, смотрите. А, это процессия позора, да? Процессия почета? Я сейчас разворачиваюсь, и мне запихивают все раз, два, три, четыре, пять, 10 мечей в спину. Нет? Льмо сидит, сидит. Я за то, чтобы прямо сейчас пустить в нее ракету и сдуть ее орущее горящее тело прямо в сердце вулкана. Не сработает. Будь здесь что-то отвлекающее, может быть. Не будь она телепатом, может быть. Если хочешь убить ее вот так, нужно что-нибудь еще, что отвлечет ее внимание, иначе удастся ее разве что ранить. А затем у нас у всех будут неприятности. В этой битве решающим станет не оружие. Ты ошибаешься. Сила, крия, манипуляции не в битве. У нас есть шанс. Нам надо только понять, как им воспользоваться. Митра, конечно, путешествует, да. Если ты смотришь это, значит, подозрения генерала были правдивы. Ситхи нападают на из кладбища Малакора 5. Корабль, на котором был владыка Сит, был одним из суден, поврежденных в той последней битве. Если доберешься до поверхности Малакора, то генератор гравитационной тени можно разобрать. В случае, если хватит уцелевших судей среди обломков на орбите или погребенных на поверхности планеты. Введя алгоритм, который я разблокирую в твоих банках памяти, ядро двигателя любого судна, который найдешь на Малакоре. Если мои вычисления верны, 4 судей должно хватить, чтобы подать энергию генератору гравитационной тени и обратить вспять ущерб, причиненный на Малакоре 5. Принесенный мной. Если только алгоритм задействован, отменить его нельзя. Так что проследи, чтобы генерала перед срабатыванием не было на планете. Иначе отступать будет некуда. Я знаю, что твои оружейные системы минимальны и не знаю, что ждет тебя на поверхности Малакора. Попробуй избегать контактов с любыми потенциальными угрозами. Следуй своей программе. Ваша программа указывает, как найти 4 погребенных на поверхности Малакора судна и активировать их двигательные системы. Че так быстро? Активация двигательных систем разрядит гравитационную аномалию, соединяющую планетоиды вместе, Малакор 5 начнет распадаться. Внимание, у вас нет наступательного оружия. Если вас уничтожат, миссия провалится. Перемещайтесь по планете как можно быстрее каждый из точек и одну за другой задействуйте двигательные системы.
Ну, по идее, я всех переубивала. Господи, да блин, шарик какой-то тут вообще. Он без вообще брони. Каким образом ты мне предлагаешь что-либо делать? Погребётный корабль Республики, а потом в пучины Малакора надо. Да я всех убила же. Я прям на Митре мужественно всех зачищала. Я надеюсь, тут не появится никого нового. И вы хотите сказать, что от этого маленького шарика... Где я? На, мне надо через мостик. От этого, короче, маленького шарика зависит судьба экспедиции всей, да? Восхитительно. А если бы Митра не вычищала так радостно Малакор с криками «Дайте мне экспоинтов! Я хочу прапаться!» Ну, 3, по-моему, корабля были в пучинах Малакора, и один был вот здесь вот, да. Хотя вот тут... Блин, да там что-то есть! Ча, подождите. Как удлинить хронометраж? Дайте поуправлять бесполезным шариком. Не, он полезный. Он полезный, он спутник с Баудуром, он что-то помогает. Но есть нюанс. У него как бы вот этот пил-пилка есть, и все. А если сейчас этот маленький шарик наткнется на запутавшего врага? Какого-нибудь. Я вот сейчас пройду, получается, наверх карты. А если там будет враг? Он же ничего не сможет сделать. Вон, вот здесь вот. Ну да, поврежденная панель. Вот алгоритма. Выход из системы. А, так меня тут и не было. Прикиньте. Да, меня тут и не было. Все в порядке. Ну, точнее, не в порядке. Мне очень повезло, что тут нету врагов. Ну, в целом, если быстро пролетать, по идее, звери-бури не должны понять, что это за финтифлюшка такая летала. Непонятная. Ау. Я просто сшибаю все стены. Митра, спасибо тебе большое, что ты... вычистила весь Малакор. Пришла и просто уничтожила всю фауну. Вот она, сила потенциальных очков опыта. Экспы. Правильно иду, правильно. А он же умрет тоже. Он начнет тут распадаться, и вот он помрет. Вы нашли второе двигательное ядро и активировали его. Осталось всего 2. Ну, понятно, да. Сейчас мы вглубь Малакора пройдем как раз. И там будет еще. Сейчас направо идем и налево потом. Сейчас выходим, а там звери, да? Ну, зверей же не должно быть. Прям не должно быть, я же всех вырезала.
Алгоритм, давай, гравитационный, задействующий генератор гравитационной тени. Поиск подходящих генераторов, давай. Найдено 3 мощность генератора 73,7. А ничего, что Митра Сурик все еще на планете? Ты сейчас задействуешь, он начнет распадаться. И Митре Сурик все наступит кобздец. Я, кстати, на месте обсидианов бы сделал возможность романа все-таки с Балдуром. Потому что он так предан генералу. То есть он еще более преданнее, чем последователь, который, вероятно, как бы любил Митру. Поэтому не хотел никого себе в учителя, кроме как ее. Она ушла, и он ушел. Прямо как Эйтрис, которая, возможно, тоже мужика Сурик любила. Ну, такие они джедаи. Всем запрещают любить, а сами только в путь. Мощность генератора 98. Задача масс теневой последовательности. Алгоритм введен. Можно выйти, пожалуйста? Спасибо. Если ты это слышишь, тогда... Алгоритм выполнен. После активации он уничтожит молокор. Еще раз. И всех зверей бури бедных. У меня осталась для тебя последняя команда. Ты должен остаться позади, убедиться, что алгоритм сработает как положено, когда подаст команду генерал. В ином случае все, за что мы сражались, окажется напрасным. Ты должен остаться. Ты сделал все, о чем я просил. Ради чего был собран. Я за это благодарен тебе. Ты какашка, что ты здесь делаешь? Тронут. Вероятность установки иридонцем срабатывающих команд в твоем ядре была высока. Вижу, что вероятности себя оправдали. Конечно же, вероятность, что я поступлю так же, была аналогичной. Твоя неспособность двигаться сейчас является тому подтверждением. Если генерал издаст команду, получить ее смогу лишь я. Ты сознаешь, что я не могу позволить тебе или изгнаннице активировать здесь на молоколе генератор гравитационной тени. В этом наши программы конфликтуют. Вот ты мразь. Ты мразь, Гота. Поскольку у тебя не найдется наступательного вооружения, вероятность перезаписи моей программы твоей мала. Ты должен понимать, что генералу не хотелось бы попадания реликвий или мощей ситхов здесь на Малакоре под угрозу. Их присутствие нужно для стабилизации галактики. Без них галактика с годами опустится до анархии. А уж чего я не потерплю, так это беспорядка в галактике. Так что давай-ка мы с тобой здесь подождем приказа генерала и да, повычисляем возможную судьбу галактики. Вот ты большая летающая какашка. Поправка. Выслушивая твои речи, можно заржаветь толстый. Наверное, это твой большой необъятный вокабулятор в корпусе размером с Луну мешает твоим вычислениям принимать меня в расчет. И хотя я нахожу этого маленького дроида до ужаса надоедливым, свой позыв застрелить тебя я нахожу выше приоритете. К несчастью для тебя, я договорился о встрече здесь с друзьями. А ты, видимо, не привел никого из своих. Остановить его. Неожиданная поправка. Мы не можем навредить этой единице. Это нарушает нашу программу за самопредохранение. Высказывание, как обычно, толстое. Ты ошибся в вычислениях? А, досадное упущение. Высказывание? Я понимаю. Умертвительные протоколы активированы. Давай посмотрим, что у тебя есть в арсенале, толстый. Все, чего я желал, это выполнить свою программу. В обоих случаях республика... Моя, видимо, да? Моя! Наблюдение. Я уж думал, он никогда не умрет. Ай, черный... Ай, я ястреб! Ай-яй-яй! Ай, я ястреб! Ай! Корабль-то за что? Вы его посадили криво-косо и уронили еще. Совсем, что ли? Way, мы прошли долгий путь, Крея. Не трудись вставать. А,
охотница. Приходить одной, ты смелее, чем я думала. Она не одна. С ней все мы. А следом стоят все джедаи. А вот и я выхожу, сказав что-нибудь подходящее героическое. Дети со световыми мечами. Нет, джедаи. Подойдите ближе, дайте взглянуть на вас и увидеть, что же выковали. Учение изгнаницы. Убийца. Сданная пешка республики. Ослепленная рабыня. И дурак. Который из вас желает попытать счастье против меня? Как видите, я обезоружена. Ты, наверное. Ты изданная пешка республики. Молодец. Ты мог быть настолько большим даже при своей детской невинности, своей наивной любви к другим. Кунг-фу от Крей, видели? Фига себе она. Думай, прежде чем швыряться своей жизнью ради нее. Думай обо всем, что потеряешь, погибнув. Твои страсти неутоленные, танец незаконченной любви, воздаяние. Думай, прежде чем так резво отказываться от них. А ты, слепая, ты жаждала нанести мне удар с тех самых пор, как узрела узы, делимые мной с изгнанницей. Ты чувствуешь силу, бегущую во мне, даже сквозь завесу, сквозь свои окровавленные глаза. Ты знаешь, что тебе не победить. Течение силы велико в тебе, Трея, но завоюющей бури трудно расслышать шепот клинка. Ты пробыла слепой вечность. Тебе было даровано то, что дается немногим. Вот только ты дала своему дару зрение извратить себя из... Ты думаешь, существование при твоем владыке было пыткой, Миралука? Я заставлю тебя узреть. И убийца. Ассасин. А Тон сбежал! Ну, что еще от Рагуева ожидать? Нормально. Опа, здрасте. А мне достался дурак. Забавно, как раз об этом я и подумал. В смысле? В смысле надо Атоном драться против него? Вы чё? А чё мне делать? У меня только скорость есть и хилка. В смысле? Оглушение? Пошел в жопу, понятно. Мира, спаси меня! Зараза! Зараза! Так. Знаете, человек, который подсказал, что можно вне боя использовать вот эту вот хрень? В смысле ты ко мне прибежал? В смысле ты ко мне телепортировался? Ты где вообще? Где? Чувак. Чувак. А вот ты. А можно его откинуть, пожалуйста? Откинь его. Да кричи на него! Просто побей, пожалуйста, его. Это мы, конечно, долго будем, да. Атоша, ну почему? Нет, ну гранаты это вот, блин, а вот ну гранаты это самое последнее. Не беги за мной! Не беги за мной, дурак! А ты чё, ты вплотную хочешь его бить, серьезно? Может, не вплотную все-таки? Смотри, он за... близко где? Куда? Куда ты?
Сейчас он только берет, отагривается и восстанавливает себе жизни. Блин, чит какой-то вообще. Я надеюсь, что мне хватит 84 аптечки. Дарт Сион, отвали! 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 Дверь закрой! У Митры Сурик теперь другой, да. Так, а я, может, это, похиляюсь, например? А я, может, что-нибудь вообще использую, в принципе, кроме... А, ну, кстати. А, серьезно? А что за сближение силы? А я, то есть, без бафов, да, была вообще? Так, сейчас, подожди. Подожди, чувак, я щит на себя прокину. А помру. Так, сейчас, подожди, чувак. Читывай на себя бафы, алло! И чё мне своей свистоперделкой там делаешь? Фига себе, он там херачит. Силы херачишь, да? А, он от меня отсасывает? Я не так хотела, чтобы это было. И что делать? Он меня-то херачит, будь здоров, а я нет. Ну, короче, щит такая себе вообще история, потому что щит, он что-то начинает резко меня всячески унижать. О! Так, он мне прям всовывает. Прям будь здоров, всовывает. И телепортируется ко мне. И отсасывает опять. Серьезно. Фига себе, прям по всему полю. А чё кричать? Не кричи на него. Оглушай давай как-нибудь. А я до бесконечности буду, да, его вот так бить? Пока у меня не закончатся хилки, может, можно что-нибудь вообще тут сделать полезное? Что он меня задолбал вообще-то маленечко? Ну давай, да, давай, 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 вплотную, давай, давай, вплотную, поехали, подбеги. Куда ты возвращаешься, Атоша? Атоша, не дури, не дури, не дури, Атоша, вообще. Совершенство в силе. Длительность силы затраты ОСЭ. Так. О, бежит, бежит, бежит на пробежке. Выбежал, блин, на пробежке. Красавчик. А можно как-нибудь вообще? Ему посрать. Мысли. Один предмет за раунд? Серьезно? Спасибо. Серьезно? А может и все? Не-е-е. А, это типа один раунд идет, и он меня будет сношать вот этот весь раунд?
Это баг? Но вообще такое ощущение, как будто... Можно, пожалуйста? Спасибо. А Митра как что будет сейчас делать? Когда изгнанница войдет в Академию Треюс, она будет поставлена перед выбором. Одна тропа в случае ее выживания позволит ей спасти своих друзей, но она окажется слабее. Другой маршрут приведет ее прямо в это место, сквозь тех, кто преследовал ее по стопам с самого начала, и тогда ее месть свершится. Отнесись к ней со всеми почестями, когда она прибудет, владыка Сион. Это мой тебе, к тебе приказ. А как мне спасти всех? Обнаружен враг. А то я не вижу, да? Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку, видео, лайк и комментарии. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. У нас есть ВКонтакте, Телеграм, Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.